ТВ3. Винг. В видеосервисе Винг вы не платите дважды. В видеосервисе Винг вы не платите дважды. Я не плачу дважды. У меня Винг. Видеосервис Винг выгодно объединяет онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. Смотрите на 5 любых устройствах. Скачивайте Винг! Ростелеком. Технологии возможностей. Йоп. Я новый Nice Active Gель. Когда болит спина, моя новая формула позволяет мне легко проникать к очагу боли и оказывать помощь. Пора на тренировку. Все, уже исчезаю. Знакомьтесь, новый Nice Active Gель. Жаркие скидки и вот такусенькие цены. Например, настольные игры Ravensburger со скидкой до 50%. Детский мир. Бесплатная дебетовая карта «Главная» с двойным доходом от банка «Ренессанс Кредит». Высокий процент на остаток по счету и кэшбэк за все покупки. Оформите до 3 июля и получите 1000 рублей от банка. «Ренессанс Кредит» – банк всевозможностей. Посмотрите на меня сейчас. Я в рекламе Gloria Jeans. Супер цены на платье от 399 рублей. Спешите в Gloria Jeans. Сосочки мои, язычники, все ли из вас порадованы? И чиста ли ваша радость? Как чистая линия. Так поделимся ею с близкими. В смысле делиться? Ну, пожалуйста. Только чуть-чуть. Ага. Мороженое «Чистая линия». Порадуй свои и близкие вкусовые сосочки. Если сломалось, можно починить. Ищите нужные услуги на Авито. Мастера здесь. Дим, а я тут это, в МТС-банке. Ты ж тут свой, ну, подсоби там, чтобы не ждать. Слушай, да я... Спасибо. Человечище. Дим, балуешь. Заправился, мне такой кэшбэк пришел. Саша, хватит. Добрые дела любят тишину. Дим, ну снова кэшбэк. А ведь я сначала думал, что я тебе сильно не понравился. Нет, Саш, вначале ты мне меньше не понравился. Понял, отстал? Спасибо. Не за что. Не скромничай. Спасибо за все, что ты для меня сделал. Ничего, ничего, ничего я для тебя не сделал. Это МТС. Оформляй карту МТС банка и подписку МТС премиум и получай супер кэшбэк на самые популярные категории. 5% на заправках Лукойл, в супермаркетах, кафе и доставку продуктов. Как неловко. Ничего, ничего. Петр Первый. Факты и мифы. Говорят, что именно Петр Первый провел реформу письменности. С новым алфавитом печатать книги стало намного проще. И это известный факт.